сделали с моим партнером. Это Виктория Орлова, которой я сейчас передаю горячий, плавенный привет с нашей площадки, где у нас кипят уже подготовления, у нас собираются гости. И мы сделали этот проект вдвоем. Я вообще считаю, что партнерство – это прекрасная возможность проявить потенциал каждого из участников. Татьяна, в качестве кого вы сегодня присутствуете на этом звездном, не побоюсь этого слова, вечере? В качестве номинанта. Знаете уже, в какой номинации победите? Красота. Красота, молодость, здоровье. Атмосфера царит просто незабываемая. Красивые люди, яркие эмоции, безумно вкусный фуршет. То есть атмосфера праздника и позитива. И что я ожидаю от данного мероприятия, это, конечно же, получить по максимуму эмоций. Яркие, позитивные. На самом деле это очень классно, когда есть такого рода мероприятия, которые позволяют соединять людей, дают раскрываться людям и также обретать новые знакомства. Что ожидаете от сегодняшнего вечера? Я без ожиданий, интересные люди, пообщаемся, может быть, какие-то новые возможности откроются. Отлично, я вам желаю хорошего настроения и насладиться этой победой и своей звездностью сегодня. Участники, те номинанты, которые 3 месяца проходили, можно сказать, фабрику звезд, подготовку, сегодня получили награду со сцены и поставили большую жирную точку в своем проявлении, признании себя и сказали: «Да, я могу, я классная, я крутая».